Привет, ребята. Вот год почти простояли ворота. Все их собрал, так не показал. Собранные трехстворчатые, без порога, без притолок. В общем, встроенной калиткой. Ну так, ведуха спереди. Ничего не повелось, потому что хороший толстый металл. Но это профиль заборный, тот же самый, про который я рассказывал. Все, значит, тут еще дорогу я не сделал, здесь будет снизу, вот на уровне бордюра, то есть 5 сантиметров будет снизу. Подниму дорогу, пока что колея и газончик. Ну, вот так они выглядят спереди, вот моя знаменитая защелка, но теперь изнутри. Вот очень легко открывается. Сверху ничего нет, можно с флагом идти. Снизу тоже нет порога, можно на лыжах заезжать. Я там приготовил бордюры. Сюда вкопаю пока. То есть очень удобно. Чтобы воротины не провисали, я уже рассказывал. Вот у меня на этих замечательных упорах вот вбитые пятаки с ограничителями. Тут немножко подточил, а то ржавеет, как бы почистил. Он заходит под эту пластину и держит воротину. То есть она и здесь также. То есть она никуда не убегает. Но размер, напомню, общая ширина 3,5. Вот это 1,75 м. Калитка шириной 80 и 95 третья часть. Высота, вернее, размер ворот 1,80 м в высоту, вот сами рамы. Ну, от земли тут 2 метра получается. То есть, если от уровня земли вот там, полисадника. Ну и здесь еще долго собирался, пока еще не покрасил, сделал вот такие вот P-образные фиксаторы. То есть вот что получается. Ну, куча запоров получилось. Запоров, засовов. Два внизу. Это вот у нас на ночной режим закрываемся. Здесь потом, чтобы открыть воротину. Вот так я защелкиваю для удобства. Потом открываю нижнюю. Процесс долгий, но интересный. И уже за калитку открываю. Открываю вот так всю воротину. Так всю воротину я открываю. И вот сюда немножко неудобно, конечно. Оп. И ну, это единственное, что я мог придумать. Ну и вторая также. И вот так вот получается свободный ход. Все, ворота держатся, никуда не деваются. Ну, крайний столб, как всегда, самый уязвимый, но все-таки это она и воротина полегче. И вот так вот получается. Напомню, что тут труба 60 на 60, толщина тройка. И вот за то, что за счет того, что все это толстое, никаких у меня косынок вот этих вот лишних, никаких перемычек, просто вот так вот углы сварены и все держится. Так что толстую трубу и варить легче, не прожигается. И не нужно лишних, вот так вот красиво, лишних тягулей никаких.